Так, камера пишет, ништяк. Еду на подъемнике, медленно, но верно. Решил рассказать, что вообще за трассы, вот, и в каком порядке они будут, и в каком положении будут ездить участники гонки «Реактор». «Реактор» что-то там, Обнинск, ТИМ, все дела и так далее. Начнем с того, что трасс всего 5. Общее время будет зачитано со всех трасс и будет подводиться итоги. Первая трасса, это называется Архыз. Я по ней 2 раза уже съезжал, сейчас поеду третий. Трасса хорошая, в принципе, но очень свежая, и в этом ей маленький минус. То, что свежие, не все нюансы прочтены. Вторая трасса будет каменная. Вот, вы все ее хорошо знаете, кто смотрит видосы, кто здесь катается и так далее. Третья трасса Flow, это где прыжки, контрики и так далее. Потом идет 2 трассы на том склоне. Спасибо. Там трассы Леми 4, Леми 5. Четвертая, которая через дропчик. Пятая та, что через полку. Дроп можно как прыгать, так и съезжать. Ну, прыгать в такой ветер дроп, это, ну, такое себе удовольствие. А вот съезжать его очень даже, в принципе, неплохо. Заезды будут в 5 категориях. Женщины, юниоры, мастера, любители и элита. Моя первая гонка в элите. Давай, парень, езжай. Оп. С правой ногой спереди, бля. Фух, капец, выжил. Че, нормально? Это я сейчас еду как раз по Архызу. Вот, она выходит и выходит на вторую часть трассы каменная. Все, мы приехали на финиш. Все очень быстро. Ну, Архызом ее назвать сложно, но можно. В Архызе на трассе, которая была, было много плоскоча. И здесь тоже много плоскоча. Но при этом перепадов толком-то жестких нету. Вот. Единственное, радует камни на старте. Это меня тоже радуешь. Не, кулачок, кулачок. А давайте по-райдерски. Оп. Опа. 3, 2, 1. Старт. Блять! Два, один, старт! Ah!
Ой, блядь! Оп! Залезай и дропай. Искал, значит, свой велосипед. В итоге. Оба! Че, ниндзя дроп учим, да? Такой. Можешь дропнуть. Хотя нет. Смотри, высота большая. Значит, время полетит. Не буду я. Это бан. Это бан, да.